Альфа, сука, ты мне всю стратегию портишь. Замолчи свой рот, долбанный Альфа. Я не могу сделать за тебя то, что я хочу сделать. Миша, прямо налево. Вот, правильно, правильно. Да ну, Альфа, замолчи свой рот, долбанный, ты бесишь. Хватит радоваться синеве за 5 рублей и верить пустым словам. У тебя есть выбор. Давно пора напомнить всем, что такое качество и честность. Мы предлагаем прозрачную ленту, розыгрыши призов и инвентарь ботов с крутыми пушками на 600 тысяч рублей. JustCase.net. А ты уже окупился? У Альфа есть какая-то супер-мега-нычка. У меня никаких супер-мега-нычек нету, все. Да ладно. Тебя просто заманивает. У меня их чё ты двери закрываешь с собой? За мной. Не надо за мной идти! Хорошо, не пойду за тобой. Не советовал бы идти с Альфой, потому что вы опять умрете от моего ножа, супер-ножа. От моего ножа? Ты сначала русский язык подправь, потом будешь разговаривать. Плов. Ага, лапшичная тоже китайская мне нашла. Китайская лапшичная? Что-то походу автор карты смотрел наши видосы последний раз где-то полгода назад. Да, мне тоже так кажется. Да, согласен. Вот теперь, ребята, ищите нас как хотите, делайте что хотите. Ой, кто это? Это значит Дэм, понятно. Минус Дэм. Так, хорошо. Даня, иди сюда, иди сюда. Как все поменялось-то местами? Ты заходишь в мой лабиринт ужаса. Миша, Хелдор, я у вас на кого вы поставите ставки? Я скажу, где они, не убивай меня! Не говори, Дэм, умри достойно! Это моя дичь, ты что, офигел? Это моя дичь была. Дэм, тебя дичью назвали. Разберись с этим. Альфа, как думаешь, кто сдохнет первый, я или ты? Ты вот или я? Вот я говорю, я ставки пусть Халдор и Миша поставят на кого? На меня сейчас поставят, смотри. Я ставлю на Квантум, он сдохнет первым. Да ни хрена себе, ты вообще попутал берега, что ли? Слышал, где-то на улице бежит, думаю, ну, наверное, в другом месте, Возможно, да, кстати. Нормально, все, можно выходить. Я не могу войти в одну из кабинок туалета, потому что там чувак какой-то сидит и срет с руками поднятыми. Я видел его, кстати, да. Только что один был на втором этаже. Да? Я его видел. Он спрыгнул вниз. Вниз спрыгнул. Я бегу за ним, бегу. Альфа, кто? Пока, пацан. Бегу за ним. Ой, Альфа! Стой! Вот и все. Оставили ставки на меня. Хорошо, ну пожалуйста, дай. Нет, ты че, охренел взрыв? Ну хорошо, идем. Покажешь, да? Идем. Обманешь, я тебя сразу убью моментально. И больше тебе верить не буду. Моменты моры просто. Ну мне что делать, Дань, мне правда придется сейчас показать тебе, подожди. Идемте. Это кто? Ты мастер, нифига. Это он кинул? Я прилёг, да. Вот там, ровно, прямо. Ага, ровно без чипеса. Я был там. Он кинул. А ты уверен, что он не там, уверен? Уверен? Покажи вместе. А зачем, я тебе показал направление, где он там. Альфа, не вздумай умереть и меня спалить. Ты чё? Либо вместе идем, либо умираешь. В смысле? Я тебе говорю, он там, я же не убегаю от тебя, он там. Либо вместе идем, либо умираешь. Альфа, чем ты привел? Котик, ты дурак. Ты чё, Альфа? Тихо, спокойно. Спокойно, за мной там маньяк! Я вижу, они бегали за тобой и как бы все. Альфи, вообще не заверись. Спасибо, Даня. Чё спасибо? Вы сами там позаныкались, хрен знает где. У меня фиговая нычка. Тебя заставили показать. Ты видел, он откуда ты гранату кидал? Я могу сказать, где он. И Дэн тоже может сказать, но они не будут этого делать, потому что они могут за мной наблюдать. Давай ты скажешь. Нет, ты меня убил. Ну, скажем так, я вижу вас, вы бегаете по верхней эстакаде возле больницы или что там. Вот вы поверху там бегаете где-то. Вот прыгнул. Он сейчас на перила запрыгнул, вниз упал. Может, он где-то на крышах. Я понял, где он. И кто? Где? Нет, Саня, меня здесь нет, можешь не заходить сюда. Да? Здесь меня нет. Уверен, что тебя здесь нет. А как ты выйдешь теперь, закрыл... А, там через верх выйти можно, да, капец. Через верх. Это фиаско уже есть. Так. Миша, а что ты там ходишь? Да и хватит, все. Я буду как Миша. Это он тут, что ли? Слышь? Я буду как Миша сидеть и смотреть в никуда. А что ты слышал? Он радаром наблюдает, прям право-лево смотрит Миша. Он чекает, он думает, что перекрестие у него покажусь. А я вообще... Я к себе перекрестие отключил, у меня перекрестия даже нет. Где этот ушлепок может быть? Ты сам ушлепок. Ага. А что ты уже что ты оттуда спрыгнул-то? Там все было хорошо, Миша. Че ты палишь, Дэн? А, ты это про Мишу? Я уже испугался. Миша, в дверь надо, Миша, в дверь надо. Эх, выйдите из лабиринта, пацаны. Кто в лабиринт пришел? К жуткому лабиринтовому тролль. Лабиринтовый тролль. Вот, прыгнул. Лабиринтовый тролль. Альфа, сука, ты мне всю стратегию портишь. Замолчи свой рот, долбанный Альфа. Я не могу сделать за тебя то, что я хочу сделать.
Миша, прямо налево. Вот, правильно, правильно. Да ну, Альфа, замолчи свой рот, долбанный, ты бесишь. Это РП, это РП они отыгрывают какое-то вообще такие дерьмовое причем. Ты мастер, как тебе позиция Дани, вот скажи, опиши со стороны. Мне хрена-то описывать. Он где-то сидит в заметном месте. Я думаю... Да ну тихо, хрен ли вы палите мою нычку. Мне кажется, в этой позиции солнечно. Здесь можно загорать. Нет, да ну замолчите рты свои поганые ушлепки, вы не палите хату. Кондиционер прикольный, кстати. Можно загорать, да. Да. Солнечно можно загорать. Пожалуйста, прекрати, Альфа, ты сейчас реально меня сейчас убьют за тебя. Серьезно, прекрати, Альфа. Да они, обманывают, они обманывают. Они, короче, солнечно можно загорать, ребят. Кондиционер. Квадум, чуть левее. Квадум. Нет, ребята, Альфа, ну заткнись, Альфа, хватит подсказок. Квадум, Квадум, ты в какую сторону выбираешь, свет или тьма? Жарко. Почему ты выбрал сторону тьмы? Энаки, Альфа, ты, сука, сдох сам, я теперь за тебя сейчас сдохну, ну давай помолчать, тебя слушай. Все, буду молчать. Так, он, сейчас скажу. Я с помощью нашей секретной нычки смотрю. Это ты бегаешь? Ах ты ушлепок. Дэм, ваши нычки можно было под текстуры смотреть? Ну, под некоторые, да. Охренительно. Ну, где имеется в виду, есть решетки, там мы и смотрели, братан. Не очень круто. Прямо я вам скажу так, что сильно не играю. 7 секунд осталось. А, так все, время-то. Ушлепок, где ты? Он тут где-то был. Капец! Ну вас нафиг! В коробках, что ли, сидел? Погнали, чувачки, шашлычки. Now it's time, пошли. Now is your time, yeah. Вот, вон и скоро выйдут, в бобики трутся, офигевшие уклонки. Нычек нет. Проблемы большие нас ждут, да. У меня лично есть нычка. Пойдем покажу. Нет, не покажу. Нет, ты сказал, что у меня плохие нычки, поэтому я тебе ничего не буду показывать. Вот когда у тебя реально есть хорошие нычки, ты не показываешь. Когда дерьмо какое-то шлаковое, ты показываешь. Вот что за жизнь такая? Че, ты офигел совсем, что ли? Сам ты такой. Все, пойдем, давай куда-нибудь. Хрена тут двери. Пошли. Капец. Они через 20 секунд-то выйдут. Аккуратней, будь. Аккуратней. Чё они, блин, бормочут? Так, ты вот это вот брал? Не-не-не-не-не, это чтобы это активировалось, нужно квест взять у чувака. Как в MMORPG играем какой-то уже. Чё-то здесь есть, нет? Нифига, и они скоро выйдут. Саня, у меня есть квест. Какой квест у тебя есть? Шашлычки. У меня есть ли Саня с ТП? Нет-не-не-не, назад. Не подходи. Ох, нифига, нычка. Чё ты хочешь, ты не скажи. Тихо, сейчас скажу. Так, сиди, Миш, не двигайся, потом... Миш, зря вот так как бы было. Миша! Словим тайминги и свалим. Миша, конечно, короче, в коробках сидит такой, я смотрю на него. Серьезно? Он на меня смотрит. Ребята, я даю вам подсказку. Идите в больницу, на первый, на этот, на подвальный этаж в больницу. Идите там, где чувак квест выдает. Да, идите на подвальный этаж. Так. Вдвоем только прийти, потом мы скажем, что делать. Они нас байтят, отвечаю. Так. Мне кажется, они где-то здесь. Где здесь? Ему кажется. В 10 он переиграл. Пытается нас на лжи поймать. Но ничего, у тебя не выйдет. Кровь сосал, да? Кровь сосал. А что это там, это течет по губам? А, это не кровь, что это у тебя такое, Дэм? А, ну ты ладно. Ты меня сейчас не видишь. Я вижу, как ты стену режешь, упырь, отвали от этой бедности синей стены. Где стена? Альфа. А, это Альфа режет? Да. Чё, так, хорошо. Так. Чё хорошего-то? Плохо всё. Хорошо. И чё, Саня, мы сидим здесь? Мне кажется, это самое безопасное место, ты понимаешь? Нормально всё, но это до поры до времени безопасное. Это самое безопасное место, которое вообще есть на карте. Твою мать, не режь меня, пёс грязный! Ну чё, Халдор? Убивай его! Так, чё? У меня есть идея, и я сейчас её реализую. Не ходите друг за другом, потому что вы небезопасные товарищи. Опа! Ребят! Чего? Need you help! А, ты опять залезть тут-то хочешь? Нет, я в этом не участвую. Я ищу... Дэм, присядь. Дэм. Сань, ты какой участок видишь? Ты видишь участок вообще? Какой? Что ты видишь? Какую землю? Я все вижу. Какую землю? Я вижу все.
Альфа, пойдем, Альфа, ты что стоишь? Сань, ты видел, куда я пошел? Ой, меня убивает! Мне на... Тебе нельзя тут находиться. Да. Слушай, хорошо, кого, подожди. Как тебя убивает там? Ты стоишь на месте, как тебя может убивать? Давай подумай, Миш, пойдем за мной. Пойдем, у меня есть превосходная... Я спрятался. Я газовый баллон. Кто, а? Пошли. Кто? Смотри, кто? Короче, смотри, это ты я, ты? Это я. Короче, там надпись, прикинь, тебе нельзя здесь быть. И начало меня начало убивать, да. Я да начал. Ладно. Серьезно? Короче, смотрите, там лестница. Антихитрая жопа. Там антихитрая жопа. Миш, ну что будем делать? Твоя добыча можешь делить. Он сейчас убежит, давай! Ага! Давай, за ним! Иди на давай! За ним зверь! Че это сейчас, по-моему, он будет погибать? Раненый кабан бежит! Смерть через три. Вот он сидит, там сидит! Один. Где, где, где? Кабанчик, кабанчик. Филдор сам сдох! Вот он разбился! Вот он! Где? Вот он, вон он сидит, капец. Калдор, ну я считаю, а как что туда пробраться? Тебя убило, знаешь, сверху где-то. Как сверху, я тебе отвечаю. Саня, ты сам сдох, что ли? Нет, туда не разобраться сверху. Так, ты стой тут, хорошо, я сейчас буду. Так, это ты стой тут. Да. Капец. Хорошо. Ну он телепортнется вниз на... Чё, он разбилось? Ай, такой звон стекол. Так, тебе в телепорт не залезть какой-нибудь? Где вы? И чё тебе надо? Ты мастер! Отвали от меня! Я только что сделал график, тебе попасть. Слышали, вы не слышали? Ага, прям слышали, мы тут около Дани стоим. Миша. Даня! Дань. Да! Да, да, да. У меня же есть магия. Саня, куда этот телепорт ведет? Сань, когда ты телепортировался тогда? Даня, Дань, послушай внимательно. Ну? Я могу проходить через стену, хочешь покажу? Нет, СВЧИЦ выключен. СВЧИЦа нет. Где телепорт туда? Ты что, не знаешь? Серьезно? Я пример предполагаю, он где-то около лабиринтов, 100%, я помню. Я просто уверен. О, да, он около лабиринтов! Вот этот тройной телепорт хотел показать. Иди туда. Демастер? Дымный мастер. Саня, куда этот выход ведет? Саня, куда телепорт ведет? Куда этот выход ведет? Срочно, куда он ведет? Саня, умер! Прям сюда. Сюда? О, лучше тебе не телепортироваться. О, я иду! Я не помню точно, куда этот телепорт ведет, на самом деле. Думаешь? Да, ну, Даня, готов? Смотри, на счет трех, или сам уходишь, или я иду к тебе. Давай. Миша, пес отвернулся, вот ты уже лёпок. А ты что думал? Умный, что ли, дохрена? Да. Кидай дым сюда. Не-не-не, подожди, пока это он. Это просто байт от Альфы. Он мухлюет. Он не знает телепорт. Походу реально где-то в лабиринте. Я отвечаю, он где-то... Ищи, идите в лабиринт, ищите в лабиринт. Он не в лабиринте. Нет, он не в лабиринте. Он над Ищите в лабиринте. А Саня сказал, лучше беги. Ищите в лабиринте. Да, пацаны, ищите в лабиринте меня особенно. Я в таком лабиринте. Ах, ты ж хитрый. Это кто такой хитрый? Талдор, ты видишь где? Я вижу где-то. Беги! Миша успокоиться не может никак. Миша, успокойся, да, я не выйду отсюда. Давай, найди. Найди меня. Ладно, это, даю подсказку, это в лабиринте, это телепорт в лабиринте. Угу, зачем ты это сказал? Да, он врет. Ну все, они сейчас найдут в лабиринте этот телепорт и убьют тебя. Он сарказм, капец. Толдор, ты же сарказм паришься жестко. Я знаю, где это, я помню. Если бы ты помнил, ты бы его убил давно. А, ладно. О, какой у тебя ножик, Демастер. Классный. А где Дэм? Дэм, напиши, где ты, я к тебе приду, я вышел отсюда. Тут много грязных вещей. Он реально вышел, хорошо. Дэм, напиши в командный чат. Он не вышел, он там еще. Я слышал Демастера. Он где-то тут. Ага, хорошо, я понял. Хорошо. Офигенно, я все понял. Че? Да, он мне написал, где он находится. Уходи. Нифига, что там есть? Грязных вещей. Что там есть? Тихо, Саня. Только Квантум тихо. Квантум съебался оттуда? Только тихо, Саня. Хорошо, главное... так я иду. Блять, он съебался, его тут нету. Ты чё, не съебался? Вот смотрите, я бы мог сказать вам, где Квантум, но вы меня убили. Веди себя только потише. Он тут. Я его видел, как отсюда прыгал. Иди в жопу, хитрая Миша. Вот он и Миша. Беги телепорт. Хитрая Миша бежит за мной. Иду. Жди его там, он сейчас телепорт будет прыгать. Давай.
Давай, давай за ним. Чё? Какой телепорт? Жди, 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 он будет на этот, на подоконник. А, я понял, 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 всё. А сейчас он не на подоконник бежит. Я вижу, вижу. Ебать, тут тоже телепорт? Ох, твою мать, он за мной бежал! А, красавчик! Лучше бы ты пошёл в отыночку за ним.